В статье 28 проекта федерального закона об арктической зоне России, опубликованного на сайте Министерства регионального развития, говорится о гарантиях и компенсации лицам, работающим и проживающим в арктической зоне. Так вот, согласно документа, лицам, проработавшим в арктической зоне не менее 6 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий на месте постоянного проживания, будут предоставлены безвозмездные субсидии на строительство или приобретение жилья. Кроме того, будет оплачиваться не менее 50% от стоимости проезда к месту лечения в другие регионы России и обратно. Также уточняется, что в год можно совершить не больше 2 льготных поездок по одному и тому же заболеванию. Порядок и условия финансирования расходов, связанных с предоставлением этих государственных гарантий и компенсаций, будет определяться правительством России.